Вот это наш поезд, двухэтажный поезд Москва-Симферополь. Уже поздно, темно, но ничего страшного. Что тут написано? Это не РЖД, это поезд вот Grand Express сервис. Вот там люди грузятся. Поезд. Двухэтажный. Очень круто и интересно. Сейчас мы поедем на нем в Крым. У нас на первом этаже вот тут есть лестница наверх. А и вниз. У нас на первом этаже. Вот такой поезд. Куча купешек. Вот как выглядит купе. Правда, высота тут капец, как в пещере. Очень низкие потолки. Пещерный поезд. Вот наш поезд. Такой поезд. Это первый этаж. Мы сейчас пройдем по первому этажу. Посмотрим, что у нас здесь. Окна есть. Купешки с другой стороны есть. Все есть. Подходим к зоне туалетов. Зона туалетов вот такая. Здесь расположены три туалетика, три санузла. Самые обычные санузлы. Так, напишут санузлов огнетушители и корзины для мусора. Очень интересная тема — это открытие межвагонного пространства кнопочкой. Дальше у нас лестница идет на второй этаж. Сейчас пройдем вагон по кругу. И вот мы идем на второй этаж. Второй этаж тоже ряд купе. И окна здесь вот уровень выше. Очень низко. Идем. По второму этажу. Здесь у нас на втором этаже стоит индекс ванной. Лестница вниз. Можно спуститься вниз. Вниз. И мы опять на первом этаже. Обалдеть. А вот там купе